Всем привет! Вы на канале Лайк ТВ. И сегодня мы сделаем открытку ко Дню Победы 9 мая. Вот такая классная открыточка у нас получится. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. И конечно же ставьте лайки, нам будет очень приятно. А мы начинаем. Берем квадратный лист красного цвета размером 9 на 9 сантиметров и складываем его пополам. Это будущая пятиконечная звезда. Заглаживаем сгиб и еще раз складываем лист пополам. Разворачиваем лист и теперь загибаем левую сторону по диагонали. Проглаживаем сгиб только в середине. А затем, развернув лист, сгибаем по второй диагонали, опять заглаживая линию сгиба только посередине. У нас появилась точка пересечения диагоналей. К этой точке подводим правый верхний угол и фиксируем сгиб. Загнутую часть мы сгибаем пополам, соединив края. Вот так вот. Теперь к полученной линии мы подтягиваем левый верхний край заготовки и заглаживаем сгиб. Полученную модель сгибаем вдоль той же линии наружу. Хорошенько проглаживаем сгибы. Переворачиваем заготовку на другую сторону. Крайнюю складочку мы вот так вот загибаем к краю модели. Отгибаем складку обратно. Теперь вдоль полученной линии мы ножницами отрезаем лишнюю часть листа. Разворачиваем заготовку, и наша звездочка почти готова. Осталось прогладить все 5 лучей так, чтобы наша звездочка была выпуклой вверх. Готово. Берем оранжевый лист и отрезаем отрезок шириной примерно 2,5 см. Длина стандартная для листов А4 это 21 см. На полученной ленточке мы маркером делаем 3 черные полосы. Можно использовать также фломастер или карандаш. Друзья, если вы делаете поделки вместе с нами, то не забывайте фотографировать их, выкладывать в Instagram и отмечать на них нас. Тогда мы и наши зрители сможем посмотреть ваши работы и поставить много-много лайков. Ссылку на наш Instagram я оставила ниже, в описании. А мы продолжаем делать нашу открытку. На листе серого цвета мы отгибаем полоску шириной примерно 2 см. Длина все та же 21 см. Полученную полоску мы отрезаем ножницами. Складываю полоску еще раз пополам. Тут будьте внимательны, посмотрите, я повернула полоску к ножницам линии изгиба и вырезаю за один раз сразу по две заготовки котиков для будущей веточки вербы. Ah!
Основу открытки я сделала из листа бумаги формата А4, темно-синего цвета, согнув его пополам. Прикрепляем сначала красную звездочку с помощью клея-карандаша на открытку, намазав клеем только самые кончики звезды. Не забудьте оставить место вверху открытки для надписи. Теперь скручиваем ленточку. Немного прихватываем место соединения клеем. Проглаживаем места сгибов. Повернув ленту боком, мы крайние уголки отрезаем приблизительно вдоль одной линии. И затем с помощью клея-карандаша прикрепляем к открытке. Настала очередь вербовой веточки. Заметьте, мы намазали клеем только половину каждого лепестка и приклеиваем так, чтобы вторая половина свободно торчала наружу, придавая объем нашей подделке. Надпись я буду делать на голубом листе бумаги, вырезав отрезок 5 на 7 сантиметров. Приклеиваю его вверху открытки. И делаем надпись 9 мая. Все, наша открыточка готова. Просто и симпатично, не правда ли? Вот такая она у нас объемная. Если вам понравилась эта поделка, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, потому что впереди еще много интересного. А я прощаюсь с вами. Всем пока, до новых встреч!